Вот это какая цифра? Самая первая. Какая? Я не знаю. Адрина, какая это цифра? Мама, почему надо учиться? Потому что, чтобы ты была умная, а не глупая. Пусть я буду глупая. Вот пусть. И что, что все смеялись над тобой? А я спрячусь. Куда ты спрячешься? Пойдешь в школу, все будут смеяться над тобой, скажут, фу, Адрина глупая, Адрина глупая. Фу? Да. Откуда я не знаю, и что... И твой жених Давид больше к тебе не придет, пойдет другую умную девочку найдет себе. Умную? Конечно. Тогда Давида больше не будут любить. Но он тебя тоже, он тебя сейчас любит, потому что ты умная. А если ты будешь глупая, он тебя совсем любить не будет. Я его за это врежу и обижусь. А врежешь-то за что? Потому что не любит. Ну потому что ты будешь глупой. Если ты не будешь учиться, ты будешь глупой. Мама, что? Ты думаешь, что у тебя в голове? Да, Адрин, я думаю, что у меня в голове. Вот я Ты не думаешь. Адрин, надо учиться. Мама, зачем? Чтобы ты была умной девочкой, а не глупой. Не надо, что я учусь. Ты говоришь 100 раз. 100 раз говорю, чтобы вот сюда тебе зашло в твою голову. Потому что ты, я тебе 100 раз показываю, ты 100 раз ошибаешься. Ошибаюсь. Чуть позже, ладно? Нет, Адрина, сейчас иди учись. Мама, нет. Говорю нет, значит нет. Ты думаешь, что у тебя в голове? Адрин, ты не думаешь. Адрин, давай повторяй, давай, какая это цифра? Мама, нет, нет, нет. Ты хочешь быть глупой? Ты хочешь быть глупой, чтобы над тобой все издевались и смеялись, и сказали, какая Адрина глупая? Она даже цифры не знает. Ладно. Положи палочки. Ну, когда покушаешь, когда доучишь, тогда и получишь палочки. Блин, мам! Какая это цифра? Хватит эти игры! Какая это цифра? Если ты сейчас последний раз все правильно скажешь, тогда встань. 1, 2, 3. Какая? 3. Вот это? 5. Вот это? 6. Подожди. 1, 2, 3.